Всем привет из Твери. Сейчас попробую распилить оргстекло болгаркой. Никогда вообще его не пилил болгаркой. Пилил только лобзиком. Лобзиком вообще странно. Пилишь, а шов сразу за пилкой начинает заплавляться. В общем, можно, но долго. Сейчас посмотрел в Ютубе, попробую распилить болгаркой. Запах просто отвратительный. Я сейчас линию наметил. Но уже вижу, слава богу, мне не надо прям уж так ювелирно. Но вижу, что болгарка уже уходит немножко в сторону диск. Что у нас? Шов? Ну да, конечно, тут... Может, надо, конечно, был бы опыт, может, бы быстрее бы получилось бы, но... Так, вот. Ну, стекло толстое, я не знаю, сколько. 4, может, миллиметра. Так, сейчас покажу, что с полом стало. Вот. Все, короче, летит и в лицо летит. В общем, лучше очки одевать, если что, много пилить. Ну, в общем, все. На этом все. Вот. Так сказать, первый опыт использования болгарки для резки оргстекла. Всем пока и удачи!